Образцовый подъезд. Запорожцы, уставшие ждать милости от коммунальщиков, своими силами облагородили подъезд пятиэтажки по улице Столяров. Что у них вышло, смотрите в следующем сюжете. Ну ты это... Спасибо! Ты заходи, если что. Такими словами прямо у входа встречает и провожает мультяшный волк всех жителей и гостей третьего подъезда дома по улице Столяров, 25А. Ремонт здесь не делался уже 20 лет, рассказывают жильцы. Говорят, надоело смотреть на унылые, облупленные стены, которые к тому же изрисовали непристойными словами соседские ребята. Одна из жительниц проявила инициативу, решила украсить свой подъезд. Мне позвонили и сказали, что женщина хочет заказать себе, ну, как бы нарисовать, облагородить себе стены в подъезде. Я пришла, как бы не зная еще о теме, что рисовать будем. Мне сказала заказчица, хочу украинский стиль какой-то. Ну, я как бы задумалась и предложила ей мультик «Жил-был пес». Художница работала полтора месяца над созданием композиции на трех этажах пятиэтажного дома. Под ее кистью рождались поистине замечательные и веселые картинки, которые в любую погоду создадут солнечное настроение жильцам этого подъезда. Погода была такая дождевая, холодная весной, как все знают. Вот. Ну ничего, я это все победила. Начала я с того, что прорисовывала мелками, руками рисовала, потом уже брала краску и раскрашивала краской, немножко живописи вводила, чтобы они как бы живыми выглядели, чтобы не было скучно. Теперь и правда, поднимаясь домой, не соскучишься. Пожалуй, это единственный такой красочный подъезд в целом городе, говорят сами жильцы. Однако заслуга здесь всего нескольких человек, которые за свой счет купили краски и оплатили работу художника. Основная масса жителей подъезда к инициативе присоединилась только морально, по итогу.